Всем здрасте. Вернулась я сегодня из Московской области и как бы обещалась обозреть кое-что. Случилось у меня там, ну, кому... Кто знает, то знает, кто не знает, тот как бы узнает, если посмотрит последние пару видосов. Ну, предпоследние там пару видосов. Ну, или же ездила, короче, к подписчице, к одной, к Маше. И получилось так, что я, у нас с ней примерно в одно время получилась такая мысль, что я хочу в одно место съездить, и она в одно место хочет съездить, это место одно на двоих. И как бы мы туда в итоге съездили, в Коломну, в музей постилы. Но видео, в принципе, не об этом. Вот видео будет о подарке от другой подписчицы, с которой мы в воскресенье вместе с Машей встретились. От Вики К. Очень, кстати, такая няшная, замечательная девочка. Такая стройненькая вообще. Конфетка. Короче, в общем, я думаю, что так как там есть одно средство корейское, а у меня тут как раз от Маши есть чупа-чупс, лимонадный, виноградный, напиток безалкогольный, сильногазированный, чупа-чупс, грейп, чупа-чупс, виноград. Короче, в общем, пью я тут этот виноград. Тут, по-моему, даже на Брайле написано для особо слепых. Я, конечно, не знаю язык Брайля, в смысле, как вот это все читается. Но я представляю, как вот эти вот штучки выглядят, потому что у меня у другой подруги Маши местной уже есть подруга Света, которая, как она ее называет, слепая, ну, в общем, она видит намного хуже, чем я, и вот она очень хорошо понимает вот этот язык Брайля. В общем, нам Вика выдала по баночке сока. Кстати, очень предусмотрительная девушка. Ибо действительно было очень жарко, предупредила, что, возможно, будет дождик, ну, я взяла зонтик. Сидели мы там в парке в одном, ну, как бы, правда, Маша сказала, что вот ты не понимаешь АСМР, а вот как-то состояние, типа, у меня примерно тоже было. Мы сидели в парке, по-моему, за Грязкино, и там вот такие, вообще, это в Москве, значит, по Красной площади прошлись, на людей, которые, типа, футбольные фанаты и прочие натыкались, на всяких разных людей, вообще-то прикольно так, ну, и... Даже сфоткалась я с каким-то там волчонком, собачонком, хрен знает. По-моему, это мутировавший зверек с сочинской олимпиады. Ну, может, он повзрослел, его модернизировали слегка. И, ну, честно, мне не нравятся эти животные, которые логотипы вот с Сочи, потом с футбола. Вот был бы другой логотип, я бы даже, может, чемпионат мира смотрела, а не сидела бы в танке, как обычно. Ну, короче, мы по площади прогулялись, пришли к выводу, что Ленина все-таки не надо навещать. И так бедненький лежит, ни то, ни сё. Ну и потом зашли в парк. И в парке шли-шли, потом сели. Сели на лавочку, посидели втроем. Потом Маша ушла куда-то. Мы посидели с Викой, уже протрындычали. Там играла пианинная музыка. Сначала тема была такая, вот когда мы сели, как раз началась играть «Отель Калифорния». «Отель Калифорния» играл, правда, в другой, ну типа как кавер-версия, более еще более медленная, чем есть, когда я ехала на «Блаблакаре» туда, в Москву-Сити, в плейлисте водителя. И, в общем, как бы с Машей что-то мы так... И с Машей поболтали, и с Викой поболтали. И когда мы с Микой уже болтали, я поняла, что мы уже очень долго сидели под эту музыку. Время совершенно незаметно в компании хороших людей течет. Но суть такая, что, в общем, мы еще в кафе перед этим посидели. Мне задарили вот такую сумочку. Ну, помимо того, что нас напоили соком, сумочка вообще очень классная. Плотненькая. Было сказано, что с ней можно ходить в магазин. Вот, кстати, вот думаю, что магазин самое то. И она меня очень выручила, потому что я накупила кучу всяких этих сувениров, как обычно. Плюс еще Маша меня снабдила всякими постилками, вкусняшками, вот этой вот вещью. Практически мукбаг, да? Или как, есть какая-нибудь такая фигня, когда сидишь, пьешь жидкость на камеру, но при этом не ешь и говоришь. Вот если есть, то это вот та самая фигня. Ну и, в общем, как бы, так как мой пакет, с которым я поехала, ну, взяла с собой там пакет такой маечкой, черненький, слегка порвался пакет, в котором мне выдали пастилу, тоже бумажный такой, экологически растворяемый, тому подобное, экологически чистый, но он бы это все не выдержал, и, в общем, меня эта сумочка очень выручила, ее можно на плечо вот так повесить.
Все, у меня есть парочка подобных сумочек от Yves Rocher, но они хоть и, наверное, из льна леновые, но они такие более... Вот это более плотная. Мне кажется, она более так это вот... Конечно, я не думаю, что надо там добивать до безобразия, но... В общем, можно, допустим, положить туда вот этот кошель и доползти до ближайшего магазина с этой сумочкой, не покупая при этом пакет или не ища пакет. Потому что у меня, в принципе, пакеты вроде как есть, но я их сейчас использую в основном для складывания перерабатываемого мусора. В общем, что у нас тут есть? У нас тут есть Organic Shop. Body Scrub, скраб для тела, органическое масло апельсинов, тростниковый сахар, 250 мл, без СЛС, парабенов, силиконов. Вообще, я ни разу не пробовала в таких баночках. Может, конечно, пробовала, но мне память изменяет. Камера передает его желтым. Он на самом деле более оранжевый. В общем, он цвета реально, как вот апельсиновая шкурка. Короче, я никогда не пробовала именно в таких баночках скрабы. У меня были в таких баночках сольки. Очень хорошие, кстати, мне нравятся сольки вот эти, в таких вот баночках. Organic Shop, потом мне нравятся, бывают такие жемчужные сольки, как вот жемчуг, да, вот, ну, не знаю, вот, может, вы видели когда-нибудь там жемчуг, который типа как соль. И он бывает разных фирм, и вот жемчуг вот в таких баночках от Organic Shop тоже очень хороший, мне нравится. Но вот скрабы я как бы видела, но сама не покупала, что-то как-то не приходилось, я даже как-то не обращала на них внимания, вот я всегда думала, что в таких баночках только сольки. В общем... С удовольствием попробую. Я его даже сейчас попробую вскрыть. Попробую вскрыть. Вскрывайся. Слушайте, он вот так вот выглядит. Все-таки она передает его реально более светлым. Может быть, из-за света, что вот он такой тут у меня ненатуральный. И сейчас, наверное, не знаю, сколько сейчас. Может быть... У меня где-то 4 есть. Сейчас у нас, оказывается, уже, ну, у людей, скажем так, уже завтра, уже вторник. А у меня еще сегодня, у меня еще понедельник. И у меня 26 часов и 7 минут, скажем так. Ну, или 7 минут 3 утра следующего дня. Тут вообще напоминает какой-то мусс. Вот если вы когда-нибудь ели, это такой вот... Клюквенный мусс у меня вот родня делала, у меня мама делала, бабушка делала, тетя моя делала. Я все пытаюсь сообразить его как-нибудь самой делать, потому что он мне очень нравится по вкусу. Вот по виду это как вот такой вот именно клюквенный мусс, только цветом другой. Пахнет реально вот этим апельсином, не ярко так вот, что вот бывают такие сверхароматизаторы, а вот ароматы, ароматизаторы, да? Химические какие-нибудь, а именно вот как... Вот апельсин вы разрезали и захомячили. Но тут еще немножко мартышечки осталось у меня. То бишь я так открывала, может он там пока ехал трясся. Я думаю, завтра его заюзаю. У нас сегодня дали воду, я приехала уже в горячий. Ну, не совсем горячий, но в принципе в теплый душ приняла. Вообще сначала хотела сделать себе ванну, а потом думаю, надо сначала обозреть, а потом уже делать ванну. И в итоге я чисто вот половину вещей, треть, наверное, вещей только разобрала и уже не выдержала, пошла в ванну. Кот еще вокруг меня ошивался. Вот она вкусно так пахнет, очень. Соль для ванной с предсказанием внутри. Моди. Моди, я не знаю, там какой-то магазин в Ярике был или другое название. Ну, у меня, короче, Ленка, которую я называю Аленкой, которая Елена Снегирева, теперь она с Еленой, или как там она еще. Ну, в общем, она мне в Ауре, в Ярике, какой-то магазин, вроде Моди тоже назывался, она мне его рекламила. В общем, не знаю, тот это Моди, не этот Моди. Разломите печенье пополам. Печенье в кавычках. Ну, чтобы его вдруг кто-то не съел. Разломить печенье пополам, прочитать вложенное предсказание, наполнить ванну теплой водой, опустить кусочки печенья, в кавычках, в воду, получить удовольствие от принятия ванны. Вот так вот. Так что я потом разломаю его пополам и заваяю себе ванну. Тут, в общем, такая красная ленточка. Розовая такая хренотенька. В общем, солька. Спасибо большое. Мне очень нравится. Ну, я, конечно, это все в электричке, слушайте. Я так давно хотела поездить на каком-нибудь поезде или электричке. На электричке я докаталась, ну, не то чтобы на ближайшую жизнь, но
накаталась и на комфортной, быстроскоростной, и на обычной, и даже на метро. В общем, тут он кремик у нас такой, там обезьянка, сладкий банан, свит банана, джангл банана, хэнд крем, крем, эсфолио или что-то такое, эсфолио, да, эсфолио. Короче говоря, тут у нас бананы, один мартышка, один какаду, скорее всего. Вот в таком прикольном тюбике. Вот с такой крышечкой. Он еще у меня тут зафольгированный, не зафольгированный, в смысле в суде. Я его еще не открывала. Только вчера достала, сегодня посмотрела. Тут у нас крем для рук с бананом 60 мл. Сделан он в Корее. Почему я вот как раз и... Вот. Я думала, и сейчас я его, наверное, вскрою. Да, кстати, вот сейчас я покажу эту сумочку еще раз. Тут у нас котики, которые говорят мяу. Написано везде котики, 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 кэтс, кэтс, кэтс. И девочка ведь сзади на подушечках с котиком. Вот сумочку, по-моему, он передает именно таким цветом, как она и есть. Ну, может, чуть более бледно-розовый, но, по-моему, все точно так же. В общем, хорошая, классная сумочка. Мне так вообще нравится. Вике, спасибо. Сейчас я ногтем, не поверите. Я только подумала, ногтем, наверное, ничего не получится. А ногтем я провела. Видимо, у меня все-таки такие уже острый ноготь. Короче, я пытаюсь это вскрыть ногтем. Наверное, надо было вскрывать не ногтем. А, вот здесь можно было отсобачить, я что-то не подумала, не заметила. Надо сейчас чем-нибудь таким подцепить, у меня где-то были кусачки. А у меня даже есть маленькие ножники. Короче, я не знаю, что у меня в прошлый раз случилось с камерой. С этой вот, на которую я сейчас пишу, это стримовая камера. И она у меня тогда записала почему-то в хорошем, отличном качестве. Да, ну как обычно, да. И, короче говоря, почему-то квадратно. Не вот эта широкополосная, а квадратно, как вот если бы я на свою старую... которая уже, по-моему, не у меня ее нема, на Casio писала бы это. Точнее, нет. На ту я, по-моему, вообще уже еще не снимала. Точнее, когда уже начала делать обзоры на канале, я уже на ту не снимала, снимала на другую, наверное, на Casio. Короче, как вот я на Casio снимала, там такой вот режим у меня там был, квадратика доисторического, только в не очень хорошем качестве. Так у меня сейчас здесь получается... В прошлый раз, вот, по крайней мере, получилось с хорошим качеством, но именно квадратик. Не знаю, как сейчас получится. Потому что что-то я вообще не поняла. В настройки полазала, вроде все так же, как есть. Да, и, кстати, вот он заслюдирован, зафольгирован. И пахнет он, кстати, бананом. Вот если вы банан с какой-нибудь там, не знаю, вот с творожком смешаете еще с чем-нибудь. Так прикольно вылезает, короче, вот. Золотая с крема, блин. Он густенький, слушайте, вот реально, будто банан на руки намазываете. Кашицу из банана. Плотненький. Не липкий. Можно попробовать что-нибудь взять. Оно не падает. Хотя я рисковала, что оно может упасть и на меня польется. Было бы обидно, если бы так случилось. Ну, в общем, очень хороший крем, мне понравился. Потом обозрю его в пустых баночках. Вика сказала, что смотрит эти пустые баночки. Я очень рада, что она смотрит. Вкусно вообще пахнет. В общем, как говорят там некоторые, что я не очень близко, вот, ну, не видно, когда я вот в таком формате снимаю видео, что я там... показываю. Короче, для тех, кому не видно в таком формате, что я там показываю, специально вблизи показываю. Так, как? Чтоб читать-то можно было вот так, наверное. Так, вот так. Это у нас где было сделано? А, это сделано в Китае, наверное, тоже. Ну и ладно. Я не против Китая. У меня вон тут чай китайский из колонны заваренный был.
В общем, вот такая вот солька бантиком. Так, куда? Вот так. И еще раз вот этот кремик. А сумочку, я думаю, и так разглядели, потому что она большая, хотя, может, кто-то не разглядел. Сейчас я еще раз покажу эту сумочку. Замечательную сумочку. Вот. И ее можно повесить на плечико, а можно просто понести в руке. И она очень круто вот так сшита вообще. В общем, мне очень нравится. В общем, у меня вот такой обзор подарков от подписчиц. Отдельный обзор подарков от одного конкретного человека. Встреча, я очень довольна, порадовалась. Ну, как-то у меня не было никаких сомнений, что, ну, как бы, что там немножко стрёмно бывает, да, вот что как-то, когда к Маше-то ехала, конечно, там был немножко такой казус, что машинка приехала слегка раньше, и мы, я прождала немножко Машу, но у меня не было такого какого-то, вот знаете, что бывает, идете с человеком знакомиться или с каким-то, и немножко стрёмно, вот как все пройдет. Вот, у меня было почему-то ощущение, что все нормально пройдет. Вот у меня тут так, так оно в итоге и сложилось. В общем, всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, новых знакомств и т.д. и т.п. Всем пока!